Березовка стала центром притяжения любителей погонять мяч. Экстремалы со всей Гродненской области, которые не боятся испачкаться, приехали поучаствовать в фестивале болотного футбола. Мяч, ворота, игроки – все как обычно, однако название здесь говорит само за себя. Вместо аккуратного газона – вязкая топь. Подготовку к соревнованиям начали за несколько месяцев. Рядом с городским озером специально оборудовали два поля 20 на 40 метров. Их впервые и опробовали спортсмены-любители. Появилось в Березовке брендовое мероприятие, так, ко дню молодежи приурочено, так, которое тоже объединяет нашу молодежь. И эту молодежь всегда вот удивляют организаторскими способностями непосредственно люди, которые это делают. В этом году, благодаря профсоюзам нашей области, нам удалось, я считаю, что удалось, сюда перетянуть еще такое мероприятие, как болотный футбол, который, уверен, будет традиционным здесь. Мы проведем не только в масштабах области открытия чемпионата. Я думаю, что и республика сюда к нам приедет, потому что вот вся инфраструктура для этого готова. Более захватывающего и азартного зрелища трудно себе представить. Пока одни пытались приручить мяч и забить заветный гол, другие, зарядившись бодрым настроем и подсмотрев несколько игровых комбинаций, не могли дождаться, когда сами выйдут на поле. Такой футбол затягивает во всех смыслах. В числе организаторов креативных соревнований – областное объединение профсоюзов. Профсоюзы Гродненщины много мероприятий проводят, в том числе и молодежной направленности. Мы отмечаем День молодежи, наш праздник в стране. Выбрали именно Лидский район, потому что это территория, которая находится в центре области, и всем очень удобно, доступно приехать гостям, как Гродненской области, так и с нашей столицы. Мы ставим своей задачу пропагандировать здоровый образ жизни, единство, позитив в коллективах. Я думаю, что вот эти положительные эмоции, которые сегодня здесь будут, они все перенесутся по приезду в их трудовые коллективы. И на следующий год у нас еще будет более интересное мероприятие. В каждой команде по 6 игроков плюс запасные. Участники не профессионалы в спорте на любительском уровне. Полные энергии и задора бросаются в грязь, чтобы воплотить свои спортивные амбиции. Матч длится 10 минут, и этого небольшого времени достаточно и для того, чтобы опередить соперника и чтобы очень устать. Игроки почти по колено в грязи. В таких условиях вести мяч, а уж тем более забивать голы, задача почти невыполнимая. И хотя борьба идет не шуточная, главное для футболистов не победа, а участие. Этот спорт – настоящая проверка на выносливость. Но никто не давал слабину. Все сражались до финального свистка. Участники соревнований покидали поле с разным результатом, но одинаково приятными впечатлениями. Я представитель команды аграрного университета. Сюда приехали заряженные, готовые, конечно, побеждать. Сейчас отыграли свою первую игру, к сожалению, проиграли. Но мы не расстроились, потому что наш первый раз, это наш первый опыт в таком виде спорта. Мы хотим повторить, конечно, такой опыт в следующем году. Будем уже более готовые, будем готовы держать победу. Поэтому спасибо большое городу Березовка, что организовали такое мероприятие. Было интересно, было здорово познакомиться с новыми людьми. Мы представляем команду сборную Новогрудского районного профсоюза работников госучреждений и других учреждений. Сегодня наш это первый опыт участия в таком виде соревнования. Вообще у нас есть спортивная команда. Мы просто все очень красивые и очень дружные. Эмоции у нас просто зашкаливают. У нас сегодня была первая победа. Девочки, Новогрудок про лучшие профсоюзы гос. Лучшие! Атмосфера отличная, настроение отличное. Организация просто великолепная. Команда – это лучшие друзья Кирилловского района. Играем вместе уже много лет. Представляем команду Лидского ГУПЖКХ. Приехали хорошим составом, не только побороться за первое место, но и хорошо провести время. Занимаемся регулярно, ходим на тренировки, посещаем все спортивные мероприятия, не только в Лиде, но и в Гродно. В Сморгонь ездили, занимали хорошие места, ну и надеемся здесь поборемся за первое место. Мы приехали из города Гродно, мы представляем профсоюз здравоохранения, участвуем мы уже второй раз, в прошлом году мы были. Неплохие результаты показали, очень классное активное мероприятие, всем нравится, очень классная разрядка, сугубо положительная. Сильные эмоции, приехали, ну, естественно, за победой приехали, дальше уже как пойдет. Лидская земля родная, потому что это все Гродненская область, и вообще это родная Республика Беларусь, поэтому круто, классно. А как по-другому может Республика Беларусь принимать? Только так вот.
Соревнования по болотному футболу вызвали большой интерес у жителей и гостей Березовки. Зрелищная игра собрала около 2500 болельщиков, которые горячо поддерживали свои команды. А вот нынешний, третий фестиваль ко дню молодежи и студенчества «Волна драйва» посетили более 10 тысяч человек. Атмосфера прекрасная, нравится. Приехали первый раз в вашем городе, в Березовке. У меня муж играет в болотный футбол. Ребенку нравится, все здорово. Очень интересно, на самом деле завораживающее мероприятие. Не каждый день у нас сегодня такие игры проходят. Мы участвуем, наша команда выступает. Я представитель Гродненской областной организации «Профсоюз работников строительства». Сегодня у нас участвуют две команды. Это стеклозавод «Неман» и «Гродно-жилстрой». Я приехала из Минска. Близкую землю мы знаем. Но здесь все, как всегда, очень хорошо, очень красиво, гостеприимно. А Березовская земля поразила. Шикарное настроение. Приехали поболеть за свою команду. Областной организации профсоюза торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. Вот у нас сборная, поэтому ждем, надеемся на победу. Несомненно, это событие останется надолго в памяти тех, кто решил провести свой выходной в окружении спорта и коллег. А сам фестиваль болотного футбола обещает стать традиционным и расширить границы.